Всем привет! Я ездила, значит, в СДЭК за масочками, выписала, наберу маски медицинские, потом покажу. Вот. И, в общем, мы заехали в Ленту, я купила такие продукты. Я взяла две курочки, взяла мясо, свинину, два кусочка. Вот. Это взяла вот такие сливки сгущенные, очень вкусные, нам понравились, я в этот раз взяла, нам понравился, я вот еще две баночки взяла. Вот, взяла, значит, порошок по скидке, взяла губки, взяла салфетки, огурчики, помидорчики, буду курочку делать, взяла апельсины, в общем, сухой корм кошкам взяла, кефир, молоко и 4 хлеба. В общем, это багет с ветчиной и багет с прованскими травами. Вот, и у меня вот такой вот, значит, чек. Так, у меня сейчас не видно. Чтобы его снять, не видно. И здесь не видно. Так, сейчас попробую. В общем, вот такие цены. В общем, на 2694 рубля я это все взяла. Ну, в общем, вот я вытащила, разрезала. Это обыкновенные одноразовые масочки. Они голубенькие там. Вот. Я не буду уже открывать. Вот такие вот. Выписала. Здесь 10 штук. В общем, вместе с доставкой вышло 486 рублей. 36 рублей доставка. Вот. Ну, в общем, кто захочет, наберу. Там полно масок, можно выбор большой. Есть одноразовые, есть многоразовые. У меня на работу ходят, без масок на работу не пускают, поэтому пришлось взять. Вот. Еще я купила остильбочку. Вот такая вот остильба. За 320 рублей я ее хочу посадить, наверное, вот сюда. Я отсюда выкопала цветок, ну, вот где-то здесь, просто здесь горка, я боюсь горшочек упадет. Ну, вот так я здесь посажу остильбочку. Давно мечтала, сейчас увидела и взяла. Вот возле Ленты продают деревья, кустарники, цветы. Вот. У нас сегодня пасмурно, можно сказать, холодно. Вот такая вот погода. Вот. В общем, это я. Вот. В общем, показала свои покупочки, похвалилась, что купила, что заказала. Вот. Я еще много заказывала на Беру. В общем, мне приходили посылочки. Вот, в общем, это в другом видео. Всем пока-пока!